Форум «Релав Экспо» вышел за рамки деловой программы. После совещаний, круглых столов и переговоров энергетики вышли на футбольное поле. В товарищеском турнире сразились команды «Россети» из разных городов России и сборная правительства Чувашии. Всего в рамках турнира прошло 3 игры, по 2 тайма в каждой. Несмотря на то, что на поле вышли любители, борьба выдалась жаркой. Команда правительства Чувашии рассказала, что тренируются они практически круглый год и настроены только на победу. Мы 2 раза в неделю хоккей, 2 раза в неделю футбол. Вся команда настроена на победу. Надо только реализовывать те моменты, которые создает команда. В финале команда правительства Чувашии сразилась с «Россетями». Энергетикам пришлось потрудиться, чтобы забить гол в ворота соперников. У нас, в общем-то, команда непрофессиональная. Ребята все начальники служб, специалисты технические. Поэтому игра далась нам достаточно сложно, но все было здорово организовано. Побегали, выложились, проиграли, но тем не менее получили массу положительных эмоций. И немного опыта тоже. Со счетом 3-1 команда принимающей стороны одержала победу в матче.